Мы на пляже отдыхаем. Там вон река. Здесь купались, короче. Не хочу слишком много снимать тут. Состояние нормальное у нас тут. Там валяются шмотки, там вся хуйня валяется. Состояние-то нормальное, но пока психологически есть небольшие изменения в худшую сторону, блядь, после вот этих всех пьянок. Немного сниженное настроение, подавленное. Заебывает, если честно. Вот. Хреновато настроение осталось. Не знаю, как от нее избавиться, блядь, и когда она пройдет полностью. Ну, особенно первые пару дней, там, 2-3 дня, особенно было хреново. Ну и сейчас тоже не особо. Но это еще долго будет длиться, скорее всего. Там, когда как, нахуй. По-разному бывает, блядь. Иногда за 2-3 дня прям нормально стабилизируется. Иногда там, у кого как, у кого-то месяц даже, даже полгода может быть. Вот, у меня уже там, хуй знает сколько дней, уже неделю или сколько. Первые 3 дня особенно было жесть по настроению. Вот, потом немного лучше стало, но все равно не то. Вот. Короче, типа депрессников хуйня происходит. Я взял банку пива вон. Фруктовую эссу одну. Въебал маленько. Ну, толку не особо, если честно. В плане настроения, блядь. Я не знаю, может сейчас 100-граммовую водку возьму, может она маленько, блядь, настроение подкорректирует, я хуй я знаю. Попробую выпить, если прокатит. У меня сейчас ничего не беспокоит, кроме хуевого сниженного настроения, блядь. Еще всякие жизненные события всякие влияют тоже, блядь. Плюс еще посталкогольная вот эта депрессия, то есть после запоев. Все вместе взятое, блядь, все накапливается. Негатива дохуя в голове. А как ты пытаешься от него избавиться, блядь, а избавиться только алкоголем, думаешь, нахуй. Но борщить, конечно, я не собираюсь и в запой уходить больше. Ну я нахуй, это не выход, как бы. Вот, но... Домой сейчас с пляжа пойдем, что-нибудь да возьму. По-любому что-нибудь. Может 100 граммов водяр, может чекушку, может хузин, может вино. Не, вино не хочу уже. Я что-то вчера его въебал, мне хватило. Надоело уже. Я напитки чередую между собой. Может пиво возьму, посмотрим по состоянию, по настроению, блядь. Что-нибудь домой возьму, сейчас и домой пойду нахуй. Потихоньку буду въебывать. Аккуратно, блядь. Но настроение реально что-то, блядь. Кстати, вчера, позавчера лучше было, блядь. Порой, блядь, через 3 дня, блядь, может быть хуже, чем было позавчера. Вот я не знаю, почему так скачет настроение, пиздец, нахуй, перепады конкретные. Там утки плавают, я не знаю, видно, нет? Такая вот тема. Ладно, все, пойдем.